36-28. Ну, это, кстати, ну, не так уж и плохо. 36 соток всего лишь не дотянуло до национального и личного рекорда, Ольга. И пока занимает третью позицию, уступая только Лотте Ван Бик и Ли Сан Хва. Хизер Ричардсон, личный рекорд 1.13.09 в этом сезоне на национальном отборе в Солт-Лейк-Сити 1.14.28. И Каролина Эрбанова, ну, у Каролины в этом году пока нет хорошего результата, но в карьере 1.13.84 в Солт-Лейке у нее было. В прошлом году только молодая 21-летняя чешка выиграла свой первый в карьере этап Кубка мира. Это было на одном из азиатских этапов, сейчас не помню, в Китае или в Японии. Но пока вот бег Каролины на 500-метровой дистанции, честно скажу, меня не впечатлил, не самые лучшие были результаты. Ну а Хизер оба раза была пятой на 500-метровой дистанции. И тоже, видимо, Хизер делает все-таки упор на то, чтобы в максимальной форме быть ближе к концу сезона. 14.46, тоже хороший график, не намного быстрее Ольги Фаткулиной здесь Хизер. И учитывая то, как она, в общем-то, неплохо пробежала 1500 метров, думаю, что серьезного западения скорости по ходу дистанции у Хизер Ричардсон быть не должно. А вот Каролина тяжеловато. Ну, впрочем, и не просто приходится сейчас и Хизер Ричардсон, но вот она своими широченным размахом все-таки вытаскивает себя на лучшее время дня. 1.13.23. Ну что, меньше 0,6 до мирового рекорда остается. 1.15.07 у Каролины Эрбановой, только лишь 12-е время. Она как раз уместилась между Екатериной Логышевой, Наукадайрой и Екатериной Шиховой. Хизер прилично, в общем, на 13 сотых побила результат Лотте Ван Бик, ну и у голландцев теперь нет возможности.